А что у нас осталось в Иваново из них? А осталось только Нива Легенд Люкс, Люкс 24 года. Цена лимон 0,97. Вот это с аксессуарами какая-то, она еще дороже. На прошлой неделе вот в Автоэкспрессе был еще Несси цвет. Вот такая на дисках. Люкс на дисках, а это люкс на штамповках. Вот. Был Несси, люкс, его нет. Урбанов здесь вообще не бывает. Ну вот с тех времен, с прошлой этой зимы, когда вот я делал обзорчик. Урбанов уже нет, я смотрю часто. Нет урбанов, тем более нет этих бронты. Бронты вообще здесь не продают, видимо, слишком дорого для ивановцев. Но что мне интересно, что здесь самая, короче, большая, ребят, самая сейчас большая процент на... Самый большой процент. Я просто офигел. Самый большой, вот смотрите, процент сейчас, 20-50, вот если я беру на 36 месяцев, я обычно смотрю 3 года, вот 50% если вносить, и процент вот такой, 23,90. Он совсем недавно был там 20% или 21, и было 20 тысяч в месяц, сейчас уже 21,5 тысяч в месяц платеж. И процент, запомните, 23,90 на... 3 года с 50% взносом. Вот это сейчас вообще просто такой грабительский процент. Я не знаю, кто сейчас за такой будет брать. Базовая комплектация лимон 0,97. Но белый цвет, мне вообще не нравится этот белый цвет. Вся ржавчина будет видна на ней, вся грязь. Мне Несси нравится. Вот, но Несси у них нету пока что. Это надо смотреть где-то в Москва область. Вот там более разнообразный выбор, а вот Иваново выбор маленький.